Сейчас у нас очередной сюрприз. Вот буквально за полчаса до начала карнавала мне позвонил Алексей Смоляр, он как раз ехал сюда героически, пробирался через сугробы, и говорит, вот мои друзья тут приехали из Канады, они тоже хорошие песни поют, и вообще это дуэт такой семейный под названием «Черный кофе», и вот даже сказал, что их зовут Ильдар и Ирина Шагаповы. Очень канадские имена, очень канадские. «Черный кофе» на сцене. Михаил Щербаков, Австралия. Мы слышали, что вы любите Щербакова здесь. Мотор подъехал, чужеземный фиолетовый, я марку бы назвал, да забываю постоянно. В него шатенка глинастая уселась, дверью хлопнула, и все. И все, и только брызги из-под колеса. Странно, вы как хотите, мне странно. Ведь я почти уже любил ее за некоторые пафосы черта, не так сказать вообще за выражение лица. Когда знакомишься на улице, тирада о погоде не проходит, устарели как идея. Предпочитаю для начала выразительный какой-нибудь вопрос философического свойства, например. Где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует, да и ты хоть бы что не удивилась, как не удивился реаниматор или милиционер. Нет, я не жалуюсь, я в принципе привык бы к тому, что мир бывает невнимательным и черствым, что благородным образцам он соответствует не шибко или требованиям высшим отвечает не вполне. Что ж с ним? Не отвечает, и что ж с ним? Но почему в таком количестве во всяком переулке изначально бесконечный как раз по отношению ко мне? Еще я мальчиком все думал, заведу себе зверька. А то их вон сколько бродь по полям-то. Возьму в товарищи разумного жирафа, муравьеда или просто кенгуру. Я даже имя подыскал. Лямда, я назову его Лямда. Так думал я, но детство кончилось, обедный муравьед и по сегодня остается невостребованным. Скачет, где скакал. А незнакомка номер два уже тем временем зашла на тротуар, фосфорицируя ирдея. Весьма мила. Не хуже первой. Даже лучше? То есть даже лучше всех. Что очень кстати, я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, где я? Ни к вам, ни к вам. Я теперь уже совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на любовь.